Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в мир юрского периода. Так, забираем с тобой здесь награды. Так, открыли мы с тобой карточки. Так, сразу забегаем в события и смотрим, что у нас здесь есть. Без ограничений и денежная борьба, и все? Ну что, друзья мои, ну, что есть, то есть. Темы будем довольствоваться. Так, мозазавр, докозавр, геликоприон. Поехали. Значит, здесь я возьму, наверное, архелона, плезиозавра и, блин, и, наверное, все-таки кранозавра. Только сделаем немножко по-другому. Вот так и вот так. Поехали. Уж не знаю, что из этого получится. Там легендарная карта против нас. Мозазавр. Давай сразу, наверное, с атаки начнем. Неплохо. Так, наверное, будет меняться. Нет, не стал. Но он одну атаку сделал, поэтому... 100%. Блин, не стал ставить защиту, а. Докозавр, 450. Ё-моё. К атаке 450. Ну, понятное дело. 197 у нас получается, да? Давай я сделаю, наверное, следующим образом. Раз, раз, два. Так, 4. Посмотрим, что он будет делать. Меняет. Так, а вот тут ты не прав, братишка. Ох, как ты не прав. Мы можем, конечно, взять архелона и звездануть ему. Раз, два, три. И бонус. Идеально. Так, докозавр, ну сколько ему придется потратиться? Две атаки, так это минимум. Ну да, две атаки ему надо будет, а он три сливает. Все, значит, мы с тобой его ушатываем. Черепашку, конечно, жалко, но плезиозавр сейчас сделает свое дело. Тут главная победа. Все, докозавр отдыхает. Ну что, мы с тобой переходим на второй поединок и смотрим, какие противники против нас будут выставлены здесь. Ну еще плюс ДНК, конечно, забрали. Подводный мир. Так, псифодерма. Ну тут понятно, банана-гномиуса берем. Тут. А, так тут все у него, да, получается, одни и те же. Значит, Зуходус и... И тоже псифодерму можно, в принципе, взять. Или же геозавра. Я даже предлагаю сделать вот так все-таки. Так, и вот так. Почему взял Лицихтиса первым? Ну, ребят, я думаю, что все знают. Мы с тобой не атакуем в лоб, а делаем бонус. Мы сразу с тобой берем бонусы. Соответственно, мне не жалко этого Лицихтиса. Пускай его разбирают. Но мы с тобой зато подготовимся уже, как говорится, к действительно хорошей атаке. А он пускай тут что хочет, то и делает. Это пушечное мясо, я так тебе скажу. Выставлен чисто на раздачу. Пускай тут бомбит, что хочет делает. Я как бы даже на это внимание не обращаю. Так, и... Ну что тут можешь сделать? Ну давай сделаем две атаки. Видишь? Прикрылся. Все. По крайней мере, я знаю, что у него пока не 4 очка действий, а всего лишь 3. Но теперь можно, в принципе, ребята, даже и шарахнуть по нему хорошечно. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. Вот так вот. Понятное дело, что ушатать мы его не ушатаем. Но, по крайней мере, немножечко проучили. Все сливает. Ну, сейчас Зуходус-то тут. Ребят,
Заходы тут повеселиться. Тут надо сделать всего лишь 2 атаки. 4 на бонус и 2 защиты. Минус хлопчик. Так, выходит Архилон. У него всего лишь 82 атаки, ребят. Ничего он здесь мне не сделает. Смешно будет просто. Так, ну он все слил. Он все слил, а нам нужно по нему сделать всего лишь 2 атаки. Ну, то же самое, что и было. В принципе, без проблем. На то он и Зуходус. Очень редко он меня подводит. Я очень им доволен. Так, Протостега имеет всего лишь 96 атаки. Соответственно, ну, то же самое получается. Все, ребята, только здесь я уже все сливаю именно в атаку, потому что это последний противник. И мне не жалко его уничтожить. Так, мы сделали кувырок показной, показали свои зубы. И вот так вот с размаху эту черепаху наказали. Несмотря на то, что, друзья мои, эта игра все-таки старенькая, да? Вот что ни говори, а качественно сделана именно вот прорисовка динозавров. Вот это вот все вообще. В современных играх такого не увидишь, как здесь. Так, смотри, здесь нам нужно сделать следующее. Беру плезиозавра. Против мегалодона мы берем с тобой ромализавра. И против плезиозавра мы берем артокантуса. Это должна быть идеальная комбинация. Кстати, у меня же вроде бы как бакулит, или как его там звать-то? Мы же его так и не поставили на вывод. Ладно, давай начнем с бонусов. Смотрим. Менять будет? Ну, конечно же. Оу, плезиозавра берет. Без атаки, да? Давай тогда так сделаем. Я его могу, в принципе, сейчас... Давай рискнем. Ага, все-таки одну защитку он взял. Ладно, ничего страшного. Ему придется менять. На кого? На мегалодона? Тоже нам пока это не страшно. Потратил атаку. Берем ромализавра. Он как раз спец по мегалодонам. Он одну атаку сделал, да, по-моему? Твою налево, я не понял. Ну ладно, хорошо, давай сделаем так. Блин, да, он одну атаку, две атаки сделал. Просто у нас был блок, у нас не пробил. Ну что, плезиозавр. Все равно он нам что не делает. Убить не убьет. Ну а мы его... Щелк-щелк, щелк-щелк. Иди к бабушке. Все. Так, бакулит. Ну, бакулита надо, ребят, менять. Он, скорее всего, сейчас ушатает нам, да? Ну, вот как раз у нас, по-моему... Да, артокантус как раз по бакулитам рулит. Именно по классу превосходства у него идет. Поэтому иди-ка ты к ядрене-фене. Быстро и легко мы прошли с тобой это событие. Практически на одном дыхании. Так, что мы там с тобой? Рулетку? Рулетку, конечно же. Давай без вылетов, пожалуйста, а? Сегодня. Да ну какой, блин, архиотерий? Нафиг мне он тут нужен, ваш архиотерий? Ничего путевого не дадут, блин. Какой-то фуфло на самом деле все время суют мне. Архиотерия какого-то, который у меня есть, который я и так могу, блин, получить. Так, еду еще нужно тут собрать. Так, ПВП, ускорение, моды еще нужно собрать. У нас, по-моему, на... Так, подожди секунду. Здесь-то у нас что такое? А, это все эволюция спинозавра, блин, до сих пор. Все никак не закончится у нас, да? Так, здесь у нас... Дедикурус. Именно. Так, а я хотел с Дедикурусом... Я его прокачивать вроде бы собирался, да? Насколько я понимаю.
Для этого я его столько повыводил здесь. А вы, хотел его прокачать, наверное, с кем-то. С кем-то делать гибрид. Не просто так я это все замутил. Так, а теперь я хочу посмотреть, где у меня. Я же его не выводил, насколько я помню. Так, все существа водоплавающие. Вот он. Конечно, не выводил. Аммонит, надо выводить, ребята. 3 дня, а, дуреть. Так, а давай-ка мы, наверное, еще кого-нибудь с тобой. Есть у нас кайнозойская эра. С кем же я хотел скрещивать? Так, подожди, а он разве... Стой. Дэдди Курус, ты где? А, он у меня не открыт. Вот оно что. Ого. Ну давай тогда так сделаем, наверное. Канозойская эра. Мегистотерий пускай будет выводиться. Ну а что, ребят? Хоть кто-нибудь, пускай, главное, выводится. Так, ну что, переходим с тобой дальше на схватки и смотрим, что у нас там, по-моему, да, денежная борьба. Блин, ну тут, как всегда, все в своем репертуаре. Хищники, блин, плюсы, вот этот хламон. Ну и что ты прикажешь делать? Ну я могу взять диплотатора, да, предположим, диплотатора. Сюда, например, взять Эдю Морфодона. И, например, даже вот так вот. И вот так. Ну давай посмотрим, попробуем, что у нас из этого, блин, получится. Ну я сразу бомбить буду, понятное дело. Метриолонг. Он меняет, скорее всего, начнет, да? Нет? Давай еще раз бомбанем. Так, это у нас Раджастега, по-моему. Да, именно он. 3. 3 у него очка действия. Неужели сейчас все сольет? Нет, сливает всего 2. Всего 2. Я тогда бомблю по полной. Ему крышка. Так, и появляется у нас Астапозавр. 2 атаки сольет. Угу. Так, смотрим, на что способен наш Нундагозавр. Да нифига он не способен. Вот кого надо брать. Вот это способен. Бомбанет так бомбанет, да, ребят? Ушатает. Все. Идеально. Ну, больше нету, понимаешь, у меня диплотаторов-то нету. Тут за счет диплотатора вынес я этих хищников. Так, блин, опять этот гигакилоцефал. Вот как вот мне астафрикозавра, чем вот ты мне прикажешь бомбить? Ну ладно, возьму, например, Таниколагруса. Ну 2 даже Таниколагрусов возьму. Даже не 2. Даже вот Алангозавра еще, наверное, взять, да, придется? Ну да. Вот. Только, наверное, немножко надо поменять. Взять, поставить Алангозавра вначале, а уже потом Таниколагруса. Давай посмотрим, вот что у нас из этого может выйти. Какой эффект, какой выхлоп, ну и все там подобное. Так, он, естественно, с одной плюшки вынесет сейчас мне Алангозавра. С двух плюшек вынесет Алангозавра. Но он делает 1 атаку. Так, я его пускаю просто на мясо Алангозавра в данный момент.
Все. Ну что, Астафрикозавр, пора тебе отдуплиться. 1361 хп. Этого достаточно. Плюс вот так вот я сделаю. Посмотрим, что вот это за хорек. 189 к атаке. Тогда мы его уничтожим. Бумс. Так, ну у него 2000 хп, конечно. Так, по-моему, да, надо сделать. Гуляй, Вася. Ну, анкилодок-то тут посерьезнее будет. 320 к атаке. Ушатывает, да? Ну что же, наши бонусы, да, наша мощь анкилодока выгнать прочь. Да-да. Как бы вот так, ребята, получается. Но это, опять же, мы играем с собой топовыми динозаврами. А вот как третий поединок драться, если у меня никого не осталось. Ну, кроме летунов, конечно, есть еще летунчики, но... Посмотрим. Ну да, а здесь нужен кто, ребят? Здесь, понятное дело, нужен диплотатор. У меня есть вот такой, но... Мне кажется, он один здесь не справится. Но если только, конечно, еще вот так вот сделать. Ну, что-то мне подсказывает, что это не самый лучший вариант. Ладно, ребят, давайте посмотрим. У нас все равно другого выбора нету. Так. 300 и 300, блин. Вмажет, так вмажет, да, получается? Блин, а. Хрен с ним, защиту ставлю. Должен же он атаковать. Да, он атакует. Рискую, ребят. Просто рискую. Отлично, хорошо получается. То, что нужно. Так, у него один балл остался, да, получается? Вот так нам придется сделать. Ёпрсоты, блин. Ну, кто знал, что он ничего не поставит. Так, 258, соответственно, 4. Ну, один балл он сольет, 100%. 2. И два у него остается, так? И два у него остается. Нам хватит пробить его? Не знаю, ребят. Посмотрим. Да, ну тут хватает. А вот с этим-то что делать? Сейчас посмотрим. 810 к атаке! 810 к атаке, ребята! Ему сколько нужно-то всего? Две атаки потратить. Две атаки потратить, 100% он берет, взял две защиты. Две атаки, две защиты. Две атаки, две защиты. Что мне получается здесь? Раз, два, три. Вот так вот сделать. Оу, нет, 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 нет. Все, ребят, пропишут мне сейчас по полной программе. Что я тебе могу сказать? Я могу тебе сказать следующее, что если я завтра умудрюсь пораньше встать или подождать, сколько там времени надо ждать, чтобы откатились мои динозавры, я его накажу. Он меня вот сейчас вот просто взбесил. Понимаешь, просто вот просто взбесил. Ну-ка, сколько там нужно, если, например, на битву идти? Ой, тут 8 часов. Ну, хотя бы вот эти вот, по 3 часика. И все, я его разорву. Спину тазуха этого. Думает, я ему просто так это все прощу. Нет, ребят, не прощу. Так, ну что, ПВП у нас.
Так, Дэдди Курус, с кем я тебя хотел скрестить? Объясни-ка мне. Что я делаю-то? Совсем уже не то делаю. Раз, два, три. Я хотел просто глянуть, с кем Дэдди Курус гибридом. По-моему, с этим, с Амфиционом он делается. Не буду утверждать. Ой-ой-ой-ой-ой, Фараракас. Так, интересно. Я думаю, я первый, наверное, начну атаковать. Так, смотрим, что этот птенчик будет делать. Атакует. Этот птенчик, друзья мои, атакует. Ну-ка. Так, бедного подшатнул аж. Ничего не стал делать, да? Окей. Тогда гуляй, Вася. Мегистокурус вышел. Будет менять, наверное, на этого, да? Аласмотея или как? Будет или не будет менять на него? Нет, решил атаковать. И вырубил меня. Еще и вырубил, прикинь. Пум-пум-пум. Как это так получилось, ребята, я не понял. Ну, давай пропишем фиксы. А, в чё, вырубаем? Нет, не вырубаем его. Но почти. Так, ему надо потратить две атаки. Давай, давай, я жду. Две атаки он тратит. Мамонт, естественно, мой его добивает. Так, нам нужно с тобой... Два, наверное, он оставил, да? Короче, я все сливаю. И смотрим, сколько у нас бьет Элосматерий. 101. 5. Если он 5 атаки сделает мне, он убьет он, интересно, мамонта или нет? Глянем, по-моему, убьет, да? Да. Смотри, просто разорвал. Да, мамонт, я знаю, что, ну, получилось так, ты уж извини, братишка. Неудачно, конечно, пошло. Ну да ладно, главное, мы с тобой отыграли. Так, здесь забрать. И здесь забрать. Так, три ускорения и моды. Кто-то мне сказал, что где-то можно неплохо в PvP с модами, что ли. А вот кайнозойская плюс наземная. Давай поиграем, попробуем. Возьмем так. Так. И вот так. Плюс моды. Да ёк-макарёк. Моды. Ну, давай я возьму, например. Воровство. Да ты что, издеваешься, что надо мной? Я не могу понять. Пронзающий укус. И, например, бодрость. 10 баксов тратить. Что-то как-то накладненько получается. Но ёк-макарёк, что тут против меня выставили-то? Ё-моё. Так, Зухариптер. Вмешательство какое-то делает. Несокрушимость.
и бодрость. Ход противника. Атаку решил сделать. Ну что, убиваем этого партизана? Окей. Так, Уинтотерий. Тоже слабоват будет, да, против нас? Воровство. Опа. Нормально так свистнули. Будет на лени менять? Он ничего не стал что-то делать, ребята. Проверка. Понял. Взял блок. Две атаки. Ну, ты понимаешь, что это для меня две атаки, и вон это вообще ничего. Поехали. Как-то так. Меняет, меняет на оленя. Но олень тоже не особо тут сильный у него, я смотрю. Так что мне это не страшно. Переливание. Что это за переливание, я не знаю, ребята. Но знаешь, что мочить надо его. Крышка. Твое переливание не помогло. И опять Уинтотерий. Ну что, добиваем его? Да? Красиво. Ну вот этот поединок был красивым. Блин, я не думал, что вот этот динозавр такой вот сильный. Хотя на него взглянешь, такой обычненький, простенький. А шпарит-то, согласись, не совсем простенько, да? Ну, тут, кстати, призы получше. Так, друзья мои, ну 30 ДНК на монолофозавра. Нормально, в принципе. Так, что тут-то? Ох ты, 2000 очков доверия забрать. Спасибо огромное. Спасибочки, это круто. Так, что у нас там, кто опять? Кто там буянит опять? Да что ты? Что ты, Гуанлунь? Я не пойму, что тебе не нравится опять, а? Все хорошо, все нормально было. Кто тебя напугал? А? Не знаю, кто тебя напугал, но что-то он тревожно себя чувствует. Так, ну давай. Замечательно. Последний поединок. Ой, пойди. Последняя поимка. Все, идеальная поимочка. Мы успокоили существо. Что у нас там? Забрать, да? Так, а по этим еще нужно сделать. Использовать три ускорения, собрать моды. Моды быстренько соберем сейчас. Захавчик. Так, что ты нам Чарли Дэш? Обычный мод, какой именно? Берсерк. Повышает показатель атаки на 40, но снижает ОЗ на 25%. Вот. Если бы он еще бы ОЗ повышал бы, то это было бы топово. Так, использовать ускорение. Ну, ребята, ускорение мы уже знаем, да? У меня там все ячейки забиты. Ай-яй-яй-яй-яй, вот это плохо. Вот это плохо, вот это я сделал себе подарок, блин. Трындец, и как тогда мне? Как мне тогда сделать? На ПВПшке? На ПВПшке сделать... Давай посмотрим. Вот я взял слабеньких динозавров. Тут тоже будут слабенькие или все-таки... Ну, друзья мои, видите, мы взяли маленьких слабеньких и нам сюда подсунули тоже маленьких слабеньких. Но саркастодон
Это не вариант, поэтому меняем. Так, Дадикурс будет бомбить? Он меняет на Фурракаса. Давай вот так сделаем. Упс. Кажется, попадос. Тогда, скорее всего, попадос ему достается, да? Ёк-макарёк, молодец. Архиатерий, красавчик. Энтеладон выходит. Но у него сейчас бонусных очков аж 6 штук. Сейчас влепит так влепит, да? Три остается у него. Най, Дедрикурус еще, блин. Вот так вот сделаем. Раз, два, три. Три защиты я беру. Дедикурс пятого уровня, у меня первого уровня. Меняет. Такс. Делаем замену. Раз, два. Раз. Ну и посмотрим, что он будет делать. Все, решил слить. Хорошо. На самом деле ничего хорошего, да? Хватит нам пробить его. Да, но этот-то... Хотя у него 4 атаки. Да, ему хватит завалить. 4 на 30, это уже 120. А там еще и с бонусом накручено. Так что... Пробивать будет. Если бы у меня была бы хотя бы одна защита, то, возможно, мы бы выиграли. Возможно. Так, а зачем я... А, я это делаю для того, чтобы ускорить. Ускорение врубить, ребят. Так, сейчас посмотрим. Можно их откатить уже? Сколько? 16 минут? Да, блин, вы издеваетесь, что ли? Ну-ка, если мы... Так, если мы здесь водные с модами, можно? Можно. Так, подожди. Ну-ка, предположим. Возьмем так. Так. И Докозавра. Ставим моды. Раз. Два. И превосходство. Три. Геозавр, бакулит и докозавр. Ну тоже не совсем такие сильные ребята, да? Ну, сейчас посмотрим. Что это у него такое? Что он поставил? Я не знаю, ребята. Я знаю, что ему крышка. Причем сразу. Так, бакулит. Берсерка врубает. Так, а мы токсин. Сразу хоп, еще и ударили его, да, автоматически. Исцеление. Хоба, нифига. Ладно. Две атаки делает. Ну, естественно, мы его вырубаем. И отсюда. И у него докозавр. Ну, у нас тоже есть докозавр, только у него там с чем? С лечением? Что это за мод?
Токсин влупил ему, прикинь. Слушай, неплохая штука, токсин. Да? Ну, тут понятно, что он вырубит. Так, а что это у нас такое здесь? Заряд адреналина. Как это хорошо и как это главное вовремя. Прекрасно. Прекрасно. Интересно, а какие награды? Должны быть покруче, да? Чем простые поединки с этими. Тут же с модами как бы. Ну, правда, опять сейчас вылетит, наверное, на этой рулетке. Ну, как всегда. Ну, а тут нам достался ДНК на велоцираптора. 10 штук. Чудовище глубин. В бой. Ну, в бой. Так, ну что, давай, наверное, еще с тобой сыграем. Мне понравилось. Единственное, что вылетает, конечно, вот это вот бесева. Вот то, что вылетает, блин, на этой рулетке. Не знаю, что происходит в последнее время. Так, кого мы возьмем? Ну, можно, например, Лептоклейда взять. Анхариптиса этого и Протостегу. Так, давай возьмем эти... Так, подожди. Те, что у нас больше всего. Нет, заряд адреналина, естественно, сюда лучше не ставить на первое место. Вот, можно кровотечение сделать. Прочная кожа. И берсерк. Слушай, берсерк, по-моему, нам повышает что-то и что-то понижает. Блин. Вмешательство можно взять, в принципе, да? Или же вот, устрашение. Или отвлечение. Единство, я не знаю, что такое. Поехали, блин, последние 10 долларов. Да, я забыл, что здесь деньги тратятся. Если бы они не тратились, было бы вообще идеально. Ну, в принципе, на равных, ребята, идем. Так, у него преимущество передо мной, да? Общая слабость. Боевой дух. Опа, как сделал, да? Так, кто у нас? Вот, блин! А, он первый ходит. Сорок шесть, 67. Этого что ли брать? Протостегу? Давай возьмем протостегу, фиг с ним. В защиту. В защиту я встал. А что это у нас за... Я должен посмотреть. Пам-пам-пам. Давай так сделаем. Две атаки, если сольет. Три. Уничтожает, да? Уничтожает он мне протостегу, к сожалению. Ну а что я с этими... Сорок две, да? Ну давай 42, наверное, возьмем. Но все равно я его не смогу ушатать. Еще кровотечение, да, на него? Стрюху. Ну что, он мне сейчас две атаки пропишет, и все, гудбай, Вася. А у него еще два динозавра. Бесполезно, ребят. Тут 153 к атаке, естественно.
раскромсает. Ну, не получилось. Не сошлось, так скажем. Не совпало. Прочная кожа, это все фигня полная, поэтому... Поэтому мой этот чудик и погибает. Ладно, все, ребята. Больше я здесь сделать ничего не могу. Поиграл сколько смог. Что мог, что успел, то и сделал. Поэтому буду закругляться. Но обязательно увидимся в следующей серии и продолжим играть. Так что всем удачи и до новых скорых видосиков.